Добрый день, сегодня Светлана и моя ардиология. Сегодня я вам хочу представить мою коллегу, мой тыл и моя поддержка. Итак, Елена Щапова. Что для тебя лично эта ситуация? Пандемия оказала большое положительное влияние. На немецком языке это звучит очень длинно, но на русском вот буквально, по-моему, вот так. Фу. Боже мой, нет, не так. Вьюга, пещера, двое замерзших обнимающихся детей, огромные собаки. Сейчас эта проблема обсуждается на правительственном уровне. Я даже не знаю, что говорить. Как ты использовала это время в изоляции и как ты продвинулась в своем творчестве? Забыла как. Замечательно слышать от тебя это, потому что это так вдохновляет. У меня небольшая реклама.